comes again. I have no pride, I have no shape. You gotta make it rain. На меня посмотри. You gotta make it rain. Night's too quiet, straight out alone. I need a river father, I need wings I own. Понеслась, да? I'm close to heaven. Scratch up the gate. The shape of them knives. Oh, my mistakes. What you've done, you can't give it a name. You gotta make it rain. You gotta make it rain. Безобразно, безобразно. Я знаю. Безобразно. Чересчур ты увлекся этим всем горлопанством. Ох, вступил на скользкую дорожку. Чересчур сутрировал, как бы, но с этим мы еще будем бороться. Но Григорий Ильич займется этим. Да-да-да. Это я возьму на себя. Как зовут, простите вас? Меня зовут Василий Уриевский. Мне 32 года, я из города Саратов. У меня нет музыкального образования, наверное, поэтому я утрирую, потому что я актер. У меня есть... Актерское образование есть. Я сейчас занимаюсь тем, что гастролирую по клубам с группой или и по городам с моноспектаклем музыкальным. Да. Да. Почему-то слышно было, что не музыкант, слышно было, что, ну, вот такой вот эксцентрика. Да, и какое-то и представление. Но тембр, блин, какая там плюха-то в голосе вообще мощная. Наверное, да. При этом же это же привычно для вас прием. Горло же не болит от этого? Уже нет. А болело? Ну, поначалу, да, немножко так. По ночам? Ну, и по ночам. Поначалу. Как-то я втянулся в это. Я не всегда пою так тоже по-разному, но... Сейчас почти не поет, больше фотографирует, но раньше пел довольно много. Профессор Лебединский, помните такого? Да, Леша, да. Лебединский. Любил тебя, лодочник! Да. Он после этого болит. У меня, я как-то... Любил тебя, лодочник! Да-да-да. После этого болит, а вот так не болит, да. Ну что, поздравляем. Поздравляем, да. Поздравляем. Спасибо. Спасибо.